Хлеб всему голова, а когда его нет, то что? Краник с евро прикрывают, а расплачиваться за поставки оружия чем-то нужно. Да и украинским гражданам кушать хочется, а минные поля вряд ли дадут хороший урожай. Руководство страны, в которой с 2006 года действует закон о Голодоморе, стремится повторить голодную трагедию уже в 21 веке, и помешать им просто некому. Чем же завершится зерновой баттл? Время покажет. Будем наблюдать за ситуацией.